Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Настя Turkey, и сегодня у нас видео о том, что можно выгодно купить в Турции, если вы живете или если вы приехали на отдых. Сегодня я вам покажу свои такие небольшие лайфхаки, вот, расскажу вам о них и покажу вам, что же я покупаю тут в местных магазинах. Недавно мне пришлось купить кое-какие, нужно было такие бытовые штучки для бытовой ежедневной жизни, да, то есть это дезодоранты, шампуни, кондиционеры для волос, все, что нужно нам в обычной жизни здесь, в Турции. Вот, и я обычно это покупаю либо в магазине Gratis, я вам часто показывала, это магазин косметики, где очень хорошие выгодные цены, очень часто бывают скидки. И сегодня я буду рассказывать про супермаркет Migros. Я думаю, что вот такую буквочку М вы очень часто видели в любом городе, в котором вы отдыхали или живете. Везде есть этот супермаркет, он очень распространенный, он славится тем, что там достаточно большой хороший выбор товаров. И очень часто бывают скидки и очень много приемлемых цен. Так вот, я расскажу, что же я там покупаю. Во-первых, всегда заходите и всегда смотрите, что находится на акциях. На акциях очень можно выгодно всего себе купить. Так вот, сейчас вам покажу, что я купила на акциях. Я уже закупилась такими небольшими, так скажем, подарочками на Новый год, которые вы тоже, если будете отдыхать в Турции, можете приобрести здесь. Это очень выгодно, это гораздо выгоднее, чем где-то в наших странах. Ну, по крайней мере, в Беларуси таких цен вообще нет. Поэтому поделюсь вам, что же я там покупаю. С вами поделюсь. Я всегда там беру, вообще всегда, когда я захожу, даже если мне ничего практически не нужно, я всегда иду в Migros за вот таким вот лимонадом. Я не пью напитки, такие как кола, фанта, спрайт, я не пью уже соки пакетированные, но я пью, стараюсь только воду. И вот если я себя хочу побаловать, я покупаю себе вот такой вот лимонад. Стоимость данного лимонада 1,95 турецких лир, то есть на 1 доллар, курс доллара на сегодняшний день 6,14, на 1 доллар вы можете купить 3 вот такие бутылки лимонада, и у вас еще останется. Очень-очень дешево сейчас приобретать это все, и очень вкусный, просто потрясающий лимонад, я его безумно люблю. Дальше я всегда покупаю различные какие-то молочные коктейли, люблю себя побаловать на завтрак или еще что-то такое. Так вот, мне очень нравится все, что есть с бананом. Я очень люблю все банановое, и в Турции огромный выбор банановых коктейлей. У меня даже есть на канале видео о том, как я тестирую банановые йогурты. Я думаю, что вы помните это видео, я делала его в апреле. Так вот, я покупаю вот такие коктейльчики. Вот они, Данон коктейльчики с бананом. Очень-очень вкусно. Такие обычные, как йогурты с трубочкой. Очень вкусно. Вот такой комплект с принцессой. Сейчас продается он с принцессами, всегда разный. Сейчас он с Рапунцель. Для девчонок вообще супер. Так вот, такой комплект из 6 упаковочек стоит всего лишь... Сейчас вам скажу, стоит 8,75, то есть это чуть-чуть больше 1 доллара, да, то есть это где-то получается доллар запятая 20 получается за 6 вот таких вот молочных коктейлей. Это очень низкая цена. Почему? Потому что у нас в Беларуси вы можете за эту стоимость купить только 2 таких коктейля, а не 6, поэтому очень выгодная цена, $1.20 за 6 вот таких штучек на неделю, можно сказать, каждый день по одному. Очень-очень выгодная цена, и я их очень сильно люблю. Вот, с едой, пожалуй, это все. Я как бы на еде не делаю акцент в этом видео, но хочу сказать, что там очень много всего выгодного, в особенности, если хотите, если вы турист, если хотите купить сладости, тоже можете там приобретать. Там очень хорошее качество и очень низкие цены на турецкие сладости. Также там можно купить кофе турецкий, можно купить чай турецкий, можно купить все сувениры, так, ну, сувениры можно купить тоже, продаются различные магнитики, и можно закупиться вот именно вот этими сладостями для того, чтобы привезти их в свою страну в качестве подарка или в качестве подарка самому себе или близким, неважно. Запомните, что там очень хорошие цены.
Вот. Едем дальше. Там всегда, вообще, за что я очень люблю Мигрос, за то, что там продаются в косметических отделах всегда какие-то акционные товары, и всегда они придумывают какие-то интересные и прикольные наборчики. Наборчики есть такие в разных магазинах, я покупала и в Ватсон, и в Гратисе, и вот в Мигросе они тоже есть. Я сейчас вам покажу, что сейчас я купила на Новый год уже для своей семьи, вот какие подарки я закупила очень выгодные. Значит, 17 турецких лир, 3 доллара, стоит вот такой мужской набор. 3 доллара, девочки. У нас таких цен вообще в Беларуси нет. Днем с огнем не сыщешь. Вот такой набор там можно найти для бритья, плюс вот такой мячик. Эта цена, конечно, просто нереальная. Для мальчиков просто супер. Дальше. У меня еще такой пакет тут с разными тоже наборами. Вот таких наборов сейчас просто завались в Мигросе, вы можете купить себе просто так, да, очень выгодная цена, можете купить тоже на подарок на Новый год, у нас тоже таких цен нет. Сейчас посмотрим, сколько стоил наш глискуровский наборчик, а стоил он всего лишь 15,90, это 2,5 доллара. Вот такой вот наборчик. Здесь кондиционер Глискур и расческа. Также такой набор есть с шампунем. Вот. Но я шампунями пользуюсь бессульфатными, а там, естественно, глискуровский шампунь, он сульфатный, поэтому я себе не брала. Вот. Но просто суперский набор. Вот. Пока взяла себе, просто потому что мне очень нужен был кондиционер, поэтому я взяла себе, но на подарки такие наборчики тоже обязательно на Новый год закуплюсь. Мне кажется, это здорово. За 2,5 доллара можно подарить и какой-то знакомой, подружке и так далее. И будет очень здорово, поэтому присмотритесь к таким наборам. За 2,5 доллара это очень хорошая цена за расческу и вообще за кондиционер. Даже самой себе приобрести очень-очень классная, крутая цена. Можно купить шампунь, кондиционер, у вас будет еще и две расчески в подарок. Почему взяла этот набор? Знаете почему? Обычная цена на вот этот кондиционер, на вот этот, 13 лир, а с расческой 15,90. То есть расческа стоит вообще третью часть доллара, получается, в подарок, поэтому не взять было невозможно. Дальше я взяла вот такой наборчик в подарок своей бабушке. Вот такой тоже, значит, здесь кондиционер и для волос, и вот такая косметичка новогодняя в подарок. Вообще в Мигросе очень много таких наборов всегда. Обращайте внимание, что продается именно в таких наборах всегда какие-то классные штучки. Летом я тоже покупала кондиционер или спрей для волос, не помню. Им очень классный блокнот был в подарок, поэтому у них в этом плане очень выгодные действительно цены. Также мне нужен был дезодорант, я приобрела себе вот такой дезодорант, достаточно хороший, Гарниер, и он шел в подарок, то есть по цене дезодоранта, еще в подарок вот такая вот штучка. Пока не разобралась, что это такое, потому что я не знаю на 100% турецкий язык, поэтому я еще пока не разобралась. Что это? Если вы знаете, что это за продукт, то, пожалуйста, мне напишите. Вот так вот он выглядит. Поближе вам поставлю. Какой-то гель, я так поняла, что... Какой-то гель. Вот. Ну вот какой гель, можете мне написать. Так что вот я закупилась таких наборчиков себе, потому что дезодорантами нужно пользоваться постоянно. Если еще в подарок что-то дается, мне кажется, это просто замечательно. Также купила себе Baby Lips. Вот такую помадочку. Сейчас при вас откроем, и я скажу, вкусненькая она или нет. Я на самом деле не очень люблю гигиенические помады, стараюсь покупать бальзамы либо иосы вот такого плана, но вот такие помады мне не очень нравятся, потому что раньше как-то очень много покупала Нивею, и они все были абсолютно неприятные. Я ненавижу Нивея, марка вообще, она отвратительная. Ну что, скрыла я эту помаду. Обычная гигиеническая помада не имеет особо какого-то ярко выраженного запаха, аромата. Просто приятный такой легкий аромат. Помада стоила 10 турецких лир, то есть это 1,5 доллара. У нас, конечно, в Беларуси она стоит в 2-3 раза дороже, поэтому очень хорошая гигиеническая помада. Вот.
То есть, видите, цены достаточно приемлемые. Сейчас я в конце видео вставлю вам кусочек с ценами из магазина Migros. Будет видео, которое я записала в магазине, где вы можете посмотреть подробно, какой есть ассортимент, какие цены на косметику. Я напоминаю, что курс на данный момент 6,14 курс доллара, чтобы вам понимать и переводить в свои деньги, сколько что стоит. Цены очень выгодные, вот, поэтому можете посмотреть и отправиться в Migros за тоже за какими-то такими женскими штучками, потому что кондиционерами, шампунями для волос, дезодорантами, это все, чем мы пользуемся ежедневно, это нужные покупки, поэтому совершать их, мне кажется, выгодно, это очень-очень замечательно, когда есть такие акции, когда можно получать приятные подарки, вот такие наборы покупать, вот поэтому обращайте, пожалуйста, на это свое внимание. Очень хотела сегодня сделать такое для вас полезное видео, актуальное, потому что знаю, что сейчас и у меня много кто смотрит, кто живет в Турции и кто ездит в Турцию, поэтому будете в Турции, неважно сейчас или в ближайшие месяцы, или в следующем году, всегда вспоминайте обо мне, о моих советах, и я надеюсь, что они для вас будут полезны. Хороших вам приятных, выгодных покупок.